Доброе утро, участники мегапроекта ОРИ. Я рада приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре. Наш девиз – ваши мечты, наше вдохновение. Меня слышно? Видно? Дайте знать. Меня слышно? Дайте знать, пожалуйста. Так, я Махабутаев Рабият, менеджер компании. Пришла недавно для себя. Решила перейти на бизнес, потому что убедилась, что компания мирового уровня и неограниченными доходами. Тот факт, что бизнес переходит в наследство, тоже хорошо, поэтому решила продолжить. Вы согласны со мной, что наша компания передает по наследству? Тема сегодняшнего нашего разговора будет темой wellness – красота изнутри. Вам нравится продукция Wellness? Дайте знать. Спасибо, Фуна. Амина. Девочки, большое спасибо, что поддерживаете меня. Продукция Wellness. У нас есть очень много продуктов. Одним из главных продуктов тоже считается запатентованная формула коктейлей Natural Balance. Она была разработана профессором Стигом Стеном и его командой. Они работали над этой программой 8 лет. Это уникальная композиция. Она служит двум целям. Для снижения веса и помогает улучшить качество жизни. Компания Oriflame взяла это на вооружение и эксклюзивное право на распространение этого продукта находится в компании Oriflame. Кроме этих натуральных Natural Balance коктейлей, у нас есть шведский бьюти-комплекс, мультивитамины, омега-3, а также витамины женские и мужские, Wellness Pack. Мы предлагаем обучать ключевые команды продукции Wellness, как правильному употреблению, чтобы вы могли рассказывать о продукции Wellness нашим клиентам, посетителям, ключевые менеджерские команды и клиентские структуры. Продвигать для у наших людей здоровый образ жизни в стиле Wellness. Даже в семьях с сильными традициями здорового питания дети могут испытывать дефицит омега-3. Вы согласны со мной? Спасибо, Амина. Спасибо, Роза. Девочки, спасибо. Так, перескочила я. Я перескочила, ну ничего страшного, я сейчас назад вернусь. Так. Внимательно изучайте наши этот, каталоги Wellness, чтобы вы могли рассказывать о продукции Wellness. Прочитайте руководство, наша компания нам выпускает, вот я хочу показать вот такие руководства, специально про витамины, про коктейли, здесь очень более подробно рассказано про них. А также разработки этих материалов, специальную книжку выпустил на Стиг
Стивен, профессор, который разрабатывал этот продукцию. Вы можете тоже приобрести, это недорогие книги, очень красочные и очень такие книжки хорошие. Так, я хочу вам здесь показать, где он общается с королевой Швеции. Предлагаю, даже она употребляет наши продукты wellness. Этот продукты компании Wellness, они безопасны, подтверждены клиническими исследованиями. Компания Oriflame проводила уникальное двухлетное исследование на добровольцах, принимающих коктейль Natural Balance. Дважды в день, следуя рекомендациям системы снижения веса, они употребляли вот эту продукцию под руководством Стига Стена. Результаты были впечатляющие. Кроме снижения веса, улучшились биологические показатели, умственные функции, общее состояние здоровья. Самое главное, здесь калорий мало в этих. Одна порция содержит 65 килокалорий. Одна порция коктейля всего содержит 18 граммов. Белка 7,5. Углеводы 6. Жиры 1,5. Состоят из трех источников растительного белка – молока, зеленого горошка, яичка. Организм получает не только полноценный набор незаменимых аминокислот, которые богаты яйца, но и витамины группы В. Минералы, такие как железо, фосфор, цинк, селен. Вы согласны, девочки? Давайте тогда продолжим дальше. Мы предлагаем, чтобы вы проводили дома теплые, на теплом как рынке, домашних условиях, чтобы когда гости приходят, тоже предлагали им наши коктейли, чтобы они улучшили свое самочувствие. Все мы нуждаемся в этом. Дегустация – это очень хорошо. Здесь не только здоровье получаешь, работая в wellness-программе, но и можно улучшить свое благосостояние, немножко подняться, материальный уровень, чтобы улучшилось. Так, грузится. Так, кроме витаминов, Natural Balance коктейля, у нас очень много еще есть продукции. Это фито-чаи наши. Фитонапитки состоят из лекарственных трав и специй 100% натуральные. Они содержат антиоксиданты и пребиотическую клетчатку, улучшающую пищеварение. Напиток представлен в двух видах – релаксирующий и тонизирующий. В составе чая релаксирующего действия Орифлема уходят такие растения, как чай, рейбуш, ромашка, корица, имбирь. Релакс – это чай успокаивающий. Рейбуш содержит мощный антиоксидант, защищает нас от свободных радикалов. Ромашка – успокаивающего действия. Корица – богат антиоксидантом. Имбирь улучшает пищеварение. Кроме этих еще в состав входят гвоздика и инулин. Гвоздика считается как противовоспалительным и антибактериальным веществом. Инулин, он улучшает наше, стимулирует пищеварение. А в чай тонус входит женьшен, улучшающий познавательные способности. Гуарана или черный чай, стимулирующие вещества. И мускатный орех, повышающий тонус. Сюда также входит имбирь. Так что мы рекомендуйте, пожалуйста, всем наши чаи. Витамины наши, мужские и женские, повышают мышечную силу и выносливость, поддерживают работоспособность мозга и сердечной мышцы, улучшают состояние кожи, разглаживают морщины. Иногда спрашивают, можно ли употреблять мужские женщинам, женские мужчинам.
Если у вас остались недопитки, можно употреблять, ничего такого нету, потому что они друг друга дополняют. Единственное различие в том, что в женских витаминах у нас добавлено железо. Учитывая наши женские, чтобы анемии не было, женские проблемы. А в мужских витаминах он усилен магнием, немножко дозировка больше, и селен туда входит, чтобы мужская сила сохранилась. Больше разницы нету, остальные все компоненты в этих витаминах одинаковые. Поэтому никакого вреда не будет, если вдруг вы случайно выпьете женский витамин мужчина, мужской женщина. Женщине-то я знаю, что пьют так, а мужчине немножко, конечно, сомневается. Грузится медленно, поэтому... Вместе с программой Wellness у нас бывает день признания. И мы чествуем этих людей, которые тоже есть результаты. Ну, сказать, что я лично своему сыну давала, здесь могу сказать, в течение года он у меня пил, вот я не заметила, чтобы он похудел или там поправился, но зато здоровье у него не болел гриппом, а то он у меня с детства был слабенький, часто болел даже боялась, чтобы бронхиальная астма не стала, поэтому для поддержания здоровья я в течение года давала немножко. Есть у нас проблемы с зрением, ну, усталость, глаз, все это поддерживает витамины. И немножко он занимается спортом, поэтому он с удовольствием пьет, даже спрашивает этот. Ну, я решила немножко сейчас самой попить, на двоих тяжеловато, брат. Поэтому начала сама пить тоже, думаю, год ему, думаю, хватит, пока пусть отдохнет немножко. Сейчас придется обратно подключить, начинается зима, пусть иммунитет повысит свой. День открытых дверей проводите, мастер-классы проводите, чтобы люди знали. Спасибо, девочки, что вы меня поддерживаете. Муминат, спасибо. Так, Заира, спасибо. Амина вообще молодец у меня, будущий президент нашей компании. Я очень тебя люблю, Амина. Касинка тоже радуется. Вот, плохо грузится. Девочки, кто-нибудь проводил такие эти встречи у себя в компании, дома со своими родственниками? Следующий у нас вот коктейли Natural Balance, они у нас тоже представлены в трех категориях: шоколадный, клубничный и ванильный. Ну, на все вкусы. С этими коктейлями можно вот как снизить вес, так и поправиться. Кто хочет поправиться, мы рекомендуем их с молоком. Можно туда банан добавить. Лично я хотела похудеть, но вместо этого я немножко поправилась, когда принимала коктейли, потому что я принимала целый день в офисе, особо не ела, вечером приходила, коктейль пила и не ждала там, который полчаса, и сразу начинала кушать. Видимо, я вот так набрала немножко. Так что здесь не только снижение веса, но и не, можно и набрать вес. Продукты безопасные. Батончики нашей компании, которые тоже у нас недавно появились, тоже представлены в двух категориях. Полезные десерты, достойная альтернатива булочкам и печенью. Батончики Natural Balance одобрены диетологами, поэтому их можно есть, если даже вы придерживаетесь диеты. В одном протеиновом батончике Oriflame калорий не более чем в двух стаканах обезжиренного молока. Одни батончики состоят из
гранаты, черника и ягоды асаи, а в другой находится еще клетчатка. Вы хотите беречь зубы своим детям? Так что давайте только вместе с Сникерс и Марс уберите и вместе с них дайте нашим детям вашим, чтобы они были здоровы и в будущем, чтобы не бегали к стоматологам. И наши батончики, во-первых, здоровье поправят и зубы сохранят. И всем рекомендуйте своим знакомым, родственникам обязательно. Кто занимается спортом, кто на танцы ходит, дайте им вместе, чтобы они после танцев, после своих этих тренировок повышали свою эту вместе сладости, вот эти батончики наши. Вы согласны со мной, что правильно питаться, это значит хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать, контролировать вес? С нашими продуктами все это можно делать. Наши продукты принимают еще даже такие спортсмены. Каролина, вот теннисистка, тоже употребляет вот этот наш Natural Balance. У меня зять спортсмен. Он занимается какой-то ушу, я не знаю, у них там разновидности. Он у меня это брал, эти продукты принимал, Wellness Pack и этот, как раз, чтобы и вес бросить. Он поехал в Японию, выиграл. После этого в Польше выиграл. В Японии он взял первое место. Так что, девочки, есть у нас тоже результаты. Ну, только надо постоянно как-то употреблять, давать. Вот. Вот я нажала. Мне больше нравятся клубничные. У кого, кому какой нравится. Есть люди, кому нравятся шоколадные, кому ванильные. Выбирайте, все вкусы есть. Кроме этого, у нас есть детские витамины. Продукция, самое главное, наша продукция, это безопасно. Главное условие. Нет, это любые продукты предназначены детям. Разрабатывается детскую серию Wellness. В Орифлейм всесторонне заботится об этом. Никаких искусственных консерваторов, красителей, отдушек, ГМО и сахара. По рекомендации ВОЗ, это Всемирной организации здравоохранения, уже наши тоже и научно-исследовательские институты, которые в Ленинграде рекомендуют, вот эти детские витамины очень полезны для наших детей, которые можно давать с 3 лет и 4 лет витамины. Так что давайте. У нас в компании все представлено для того, чтобы мы были красивыми не только внешне, но и внутри. Это одна без другого не бывает. Если у нас внутреннее состояние не соответствует, то плохо себя чувствуем, даже иногда не хочется вставать и что-то покраситься. Когда все хорошо, они друг друга дополняют, и настроение хорошее, и все хочется, и все из рук вылетает, и весь мир у нас крутится вместе с нами. Так что мы должны быть горды тем, что мы находимся в такой компании, как Орифлейм.
В других компаниях есть чтобы люди не уходили, они выпускают вот разные одежду, всякие это. Но а наша компания только основном упор делает только на красоту и на здоровье. Это очень правильно, потому что мы можем себе там одежду покупать и в магазине, это не так уж проблемно. А вот здоровье, как бы ни было, за здоровьем мы должны всегда следить. Поэтому все это, то, что наша компания для нас делает, мы все очень довольны и благодарны должны быть за это нашей компании. Вы согласны, девочки? Так что, кто хочет ухаживать, уход за кожей, декоративная косметика, парфюмерия, уход за телом, волосами, все у нас есть. Только нужно, чтобы желание у нас было, чтобы вот это все доносить для наших людей. Вот мы потихонечку подошли к завершению нашего тренинга. Вы прошли успешно тренинг. Спасибо вам, что вы были со мной, поддерживали, девочки. Я надеюсь, что мы еще дальше будем встречаться. Это сегодня у меня первый семинар. Первый раз с компьютером, так что я еще не так владею грамотно. Поэтому немножко задержки тоже были. Я надеюсь, с вашей помощью, с вашей поддержкой у меня все получится. Вы все молодцы. Всем удачи, всем здоровья. До встречи на наших семинарах. Я буду только рада видеть вас всех. Сейчас я вам поставлю еще ролик «Витамины». Дослушайте ее, посмотрите, пожалуйста, до конца. Ход, вы знаете, лишний раз не помешает. Повторение мать учения. Поэтому, кто увидел еще раз, будет хорошо.